На НТВ место встречи, ну, давайте, только не очень долго. Идеальная семья, какая она, Мария Николаевна? Место, где людям друг другу не выносят мозг. Оставь меч всяк сюда входящий. Должен вот быть лозунг «Дома». Дома не воюют и не разбираются, кто тут главный. Так, понял. Михаил Борисович? Ну, семья – это, безусловно, когда мужчина и женщина любят друг друга, когда есть дети, когда не препятствуют появлению этих детей в этом мире. Ну и, конечно, я думаю, что если они смотрят в одну и ту же сторону, то есть есть какое-то такое мировоззренческое культурное единство, тогда действительно можно говорить о том, что эта семья какая-то органичная и, в общем, близка к идеальности. Так, понятно. Владимир Викторович? Для меня идеальная семья – это союз людей, которые живут так, как живут, потому что хотят этого, хотят, заводят детей, воспитывают, варят борщи, прикручивают полки. Не потому что обязаны, а потому что хотят. Мне в целом все три определения понравились. Я только добавлю, что это люди, которые любят друг друга, а когда уступают друг другу, один или другой, не чувствуют себя при этом ни обиженными, ни ущербными. Главное, что никто из вас не сказал, что это мужчина и женщина. Потому что борщи варить и полки прикручивать можно, и, наверное, в однополой семье. Мы можем ее считать идеальной. В Конституции у нас все зафиксировано. Хорошо. Ну, история не про идеальную, но, наверное, про хорошую семью, крепкую. В общем, одна дама приходит в самое модное ателье в городе и говорит: мне нужна ночная сорочка, но я хочу сделать индивидуальный заказ. Ну, хозяин ателье записывает. Заказ действительно странный. Значит, 5 метров в длину, 6 метров в ширину. Значит, запах впереди, сзади шнуровка, банты, ленты. Ну, он так удивился, но все записал. Говорит, заказ действительно непростой, приходите через неделю. Она приходит через неделю, он вручает ей готовое, значит, изделие. Говорит: мадам, ну, я без ложной скромности скажу, что, конечно, считаюсь лучшим специалистом в своей области, в нашем городе. Я всегда слежу за изменениями в мире моды, но вот ваш заказ меня поставил в тупик. Она ему говорит: маэстро, не переживайте, это никакие не изменения в мире моды. Это подарок для моего мужа. Видите ли, он ученый-естествоиспытатель, и для него сам процесс поиска гораздо важнее результата. Это было место встречи, которое изменить нельзя. 14:00, будни, эфир НТВ. Всего вам доброго. До свидания.